второй год в Чувашии реализуют проект безопасной и качественной дороги. Какой объем работ обещают выполнить в 2018 году в Чебоксарах, узнала наша съемочная группа. За прошлый год в рамках проекта в Чебоксарах отремонтировано 29 километров проезжей части, а доля нормативных дорог увеличилась с 31 до 44,5%. Кроме того, реконструированы и расширены 5 перекрестков, обустроено 6 заездных карманов и установлено 62 светодиодных знака. Общая сумма выполненных работ превысила 700 миллионов рублей. На этот год конкурс по определению подрядчиков уже завершен. Объекты, где будут проводиться ремонтные работы, обозначены. В 2018 году мы также продолжаем реализацию этой программы. Сумма средств планируется 752 миллиона рублей. Значит, по результатам общественных обсуждений было определено 33 участка дорог для ремонта и один заездной карман для общественного транспорта, это по улице Фучика. Также, как в прошлом году, у нас будет многоступенчатый контроль при приемке работ и отслеживание хода реализации работ. Это технический надзор заказчика, строительный контроль независимой организации. Также независимая дорожная лаборатория будет приезжать, проводить экспресс-диагностику дорог. В число подрядчиков в этом году вошли 4 компании. В случае возникновения дефектов в течение 6 лет исполнители обязаны устранить их своими средствами по гарантии. Со всем перечнем планируемых и уже выполненных работ можно ознакомиться на официальном сайте проекта. Несмотря на большой объем, все ремонтные работы будут производиться преимущественно в ночное время. Поэтому автолюбителям не стоит беспокоиться о возникновении пробок и заторов. Алексей Табинов, Денис Ноздрюхин, Республика.